Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним. Упражнение номер 5 на странице 67 рабочей тетради по математике для 4 класса, автор Маром. Рассмотри, как выполнено вычисление, и закончи записи. 12 дециметров 6 сантиметров умножить на 3. Сначала дециметра выражают в сантиметрах. 126 умножают на 3. Получается 378. 378 это 37 дециметров и 8 сантиметров. 126 умножаем на 3. Получается 37 дециметров восемь сантиметров. 4 тонны 7 центнеров умножаем на 4. 47 умножаем на 4, получается 188. Это 18 тонн. И 4 центнера. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под